тоже люблю. Ой, слушай, никак это правда. Да ты что, они очень любят. Подожди. Я не видела, чтобы они так отлично аппетитом витамины. Ты тоже есть хочешь? Да. Наташка, это витамин С, чтобы не было морщин на лице. Вон он, не видишь, как. Зато морщин не будет. Не будет, у нее все гладенько такое будет. Видишь, у них морщин нет. И время рябину едят. Значит. Да молодцы ты какие, а. Ой, ты погляди, я ему только курицы ем. А калину они не будут? Они все едят. Ой, надо, значит, калину в огороде все собрать. Это же козы. Придем сейчас, можно поставить. Да, пожалуйста. Курочку курочкам-то оставьте. Они вон там пакеты все насобирали, еще он ведерком Таша насобирала. А то... Смотри-ка как, и не морщится. Курица. Настя, ты вся изморщилась. Я не даже не ела. Нет, а кто изморщился? Наташка, ты или Катя? Наташа-то. Наташа? Ой, вместе с козами ешь, и тоже морщин не будет, Наташка. Давай. Да как морщин-то не будет, если сама рябина морщина? Дружба, дружба народа, все едят. И козы, и люди, и дети. Натя. На, ешь. Ой. У них главное с аппетитом такие, Наташа. Да. Натя. Ну, вот это я скинула. Ой. Ай, упала. Натя. Вот эту ветку я скинула. Слушай, не как-то правда, с таким аппетитом. Ой. Дуся. Что смотришь-то да, так? Еще идите собирать, мне да не нужно. Да я это хотела есть. А им много-то вреда ничего не было? Да ничего, что им вреда-то? Дуська, чтоб молока сегодня больше дала, поняла? Со вкусом рябины будет сегодня. Да. Сахара еще добавь. Ну. Рябиново. Может, что-то им варенье солить, Надь? Может им. Дадим кастрюлю, дадим плиту, пусть варенье варят. Ногами пусть мешает. Ну, ложку в зубы дадим. Ну, да. Поварешку. Ничего, где-то. Половину уже съели. Курочкам-то ставить. Ну там вон возьмем у Кати. Я тогда с этим перелапал ведерко на варенье. Все, сейчас пойдем за калиной. Пусть сидят вон тут. Сейчас вон им съежились, им тоже охота. Бабушка, сходи и светлый за калиной. Угу. Все, папа, пойдемте. Тут это все. Ну дайте им папа, все. Папа, тут это отварим. На еще. И тебе будем откормить. Все. На, Дуся. Да ладно, не торопитесь, не торопитесь, товарищи. Без... Все, спокойно. Ну все, все, товарищи. Без... Все, без паники. А еду за груди еще. Да, много, Катя, понемножку. Все, Настя, идите, много не носите. Я вот это дай. По одному носи, Ната. Ладно. Вчера менял фильтр водопроводный. Вот смотрите, какая вода у нас в водопроводе. Вот этот картридж, он был белый-белый, прям белоснежный. И вот спустя некоторое время, вот он весь забился ржавчиной. Вот. Руки у меня даже все ржавчины. О! Не, это еще не самый грязный. У нас был случай. Тут вообще прям куски прям ржавчины на нем висело. Никогда не пейте воду из водопровода. Из-под крана. Лучше профильтруйте. С виду она может быть чистая. Но если прогнать ее через фильтр. У нас вот механический фильтр один. Есть тройные, двойные. Двойная, тройная фильтрация. У нас вот через один мы пропускаем механический вот такой вот. Он задерживает все механические частицы, ржавчину, ну, в общем, всякое, что в воде попадается. И имеем вот такие вот три москвичевских колеса от автомобиля «Москвич». Еще старый, уже ржавый, уже много лет. Короче, я хочу сейчас снять шины и освободить диски. Диски я использую как подставку для ульев. И шины тоже.
Вот. Сейчас попробуем, как это все получится. Однажды один человек подарил мне вот такую монтажку, самодельную, кованую. Очень удобная штука. С одной стороны вот так, а с другой стороны вот так. Этой вот разбортовывать хорошо, а этой наоборот забортовывать шины. Где-то была вторая, вот не помню где. Хорошая штука, кстати. Так, три шинки есть. Три диска есть. Удобная штука.